Всем привет! Мы снова в подземке, Underrail. Я поиграл немножко... Да как поиграл? Просто распределил очки, которые у нас были. Я все-таки добавил интеллект. Раз мы такие все умные, и тем более от него зависит скорость восстановления пси-очков, мы все-таки с уроном, с уклоном вернее в пси идем. И я взял интеллект, хотя очень хотелось силу взять. Да много что хотелось, но в общем взял интеллект пока. Добавил десятку на оружие до 45. Это не хватит мне, чтобы использовать автомат, который мы нашли. Там 55, по-моему, был пистолет-пулемет какой-то хороший. Но маленький шажок сделан. 4 очка на бросок распределил, потому что кидает он просто очень отвратительно вещи. А оказывается, гранаты бывают очень полезны, особенно бутылки Молотова. В общем, чуть-чуть добавил сюда. К сожалению, на уклонение не получилось добавить. Я добавил до 50 стелс, до 45 взлом и взлом замков. С тем учетом, что дополнительные устройства, которые второго уровня, они еще 5 очков прибавляют. А мы полтинник часто видели и взлом, и скрывать, и взлом электронный, и такой полтинник 50. Вот 45-45 с тем устройством получится, мы сможем 50 уже вскрывать. Тоже такое промежуточное решение, но на это время пока или хватит, или это опять же будет задел на будущее, на следующий апгрейд. Ловушки не получилось, механику ничего не получилось, вот здесь ничего я вообще не трогал. У нас сейчас другие задачи. Я закинул в метатермику, по-моему, и психокинезис. Очки. Метатермика нам нужна была 35. Она выросла, скорее всего, из-за интеллекта. С 35 до 37. После того, как мы подняли интеллект. У нас на базе сидит чудик, который нас научит криостазис, по-моему, называется. В общем, какой-то полезной штуки. И до 30 поднял психокинезис. Там тоже есть психи эти. Они, по-моему, тоже где-то в районе 25-30 начальные вот эти умения нам выдадут. То есть это мы сейчас будем на чуть-чуть увеличиться урон. А когда вернемся на базу, изучим дополнительные удары и будем уже раздавать как надо. И влил все в убеждение. 31. На угрозы уже не хватило. Из перка взял все-таки доктора, потому что, ну, надо нам. Драк еще впереди много, лечиться надо будет долго и много. Сейчас главный вопрос, пойдем Элвона этого проедем, Элвуда. Почему его Элвона все время называю? Хватит ли нам убеждения? Чтобы вывести его на свежий воздух. Мы сейчас еще проверим наш стелс. У нас старый. Просто посмотреть. Зеленый, зеленый. Заметил. Хотелось бы, конечно, вообще они меня не видели. А бармен вот не успел заметить. Вот я думаю, если мы здесь с ним поговорим, нас же никто не увидит, что мы его отозвали. А там он с друзьями стоит. Вон он пошел. Оба-на. Убеждение. Привет, ты Элвуд. Там, правда, кто-то смотрит, ну ладно. Кое-кто хочет с тобой на улице поговорить. Скажи ему, что я занят. Она говорит, что это очень важно, и что вы должны срочно увидеться. Она ждет у зеленого газового баллона возле бокового входа. Она? Кто она такая? Как выглядит? Она мне не представилась, но видел бы, какой у нее круглый животик. Чё за... живот?
Он хватается за голову. Ладно, ладно, я иду. О, тут можно выйти. Зеленый газовый баллон вот тут, наверное, где-нибудь за углом. Не сейчас. Да нет, сейчас. Стрелять научись. Это точно. У него резист. О, у него здоровья вообще нету. Что-то я не понял, охранник прошел и ушел? Вот она карта. Эмблема утильщиков, тертые кости, нож, патроны, деньги. Я не пойму, он нас заметил или нет? Дохлый какой-то. Ну правильно, это завсегдатай баров. Здоровья вообще копейки были какие-то. 33-34, то есть 60, ну 70 где-то было у него здоровье. И чуть-чуть опыта. Теперь нам нужен дом. Я так полагаю, это какой-то из вот этих. О, баррель. Мы тут не копались? Я ваш баррель мусор лутал. Они меня видят? А если вот это? Его квартира. У него ключ-карта, то есть там должен быть интерком. Скорее всего, это вот этот что-то. Они меня видят, черти. А с другой стороны, мало ли что, по какому делу. Мне карточку дал Лукпикинг 85. Нажмите. О, найдите парня по имени Элвуд. Возьмите ключ от его дома как-нибудь. А, принесите порт Б Эдди, то есть нам дома не нужно попадать, нам нужно к Эдди вернуться. Эх, не успел в приличное одеться.
это, по-моему, на север. Что-то за звук был подозрительный какой-то. Непонятно пока, что происходит. Не то. Порт Б, я здесь. Но я не помню, где здесь Эдди. Цифровой прицел повышенной четкости. А это компонент. Вещи для шитья, но у меня нет умения такого уровня. Тут отбросы одни были. Он где-то вот тут был. Вот стоит баран. Я достал ключ-карту Элуда. Очень хорошо. Что с ним? К сожалению, пришлось его прикончить. Какая жалость. Я надеялся когда-нибудь сделать это сам. Но неважно. Значит, вот что тебе нужно сделать дальше. Иди в переулок к северу от бара. И найди дом Элвуда. Его трудно пропустить. Он там один с приличными стенами и электронным замком. Мне нужно, чтобы ты достал кое-что оттуда. Минуточку. Про проникновение в дом мы с тобой не договаривались. А ты думаешь, зачем мне нужен ключ? Слушай. Мне нужно, чтобы ты нашел такую штуку в форме диска. Она темно-зеленого цвета с шероховатой поверхностью. Сделана из чего-то, что не совсем камень и не совсем металл. Его трудно описать, но я думаю, ты его узнаешь, когда найдешь. После этого я попаду на склад А. Даю слово. Удачной охоты. И, кстати, еще кое-что. Насколько я слышал, Элуд хорошо умел обращаться с минами, так что смотри, куда наступаешь. 1000 опыта! Сразу Элвуда стало меньше жаль. На север от бара, то есть сейчас идем на юг, вернее на восток, в бар. Оттуда на север, и правильно мы поразмыслили, единственная дверь с электронным замком. Бар, север это тут. А, наверное, вот. Тут же вот маленький тупик.
сохранимся. И пояс мой где охотника? И ножик. Повысились наши трапс до 34. По-моему, было 31 до этого. Не сильно повысились, но хоть что-то. А, вот, наверное. Приличными стенами, только тут интеркома нет. Есть. Оно. Я буду медленно идти. Хотя мне кажется, он сразу замечает, если может. Взлом 60. У нас сейчас 45. Шансов никаких у нас взломать нет. Нашел ловушку. А где? Мина. Вот она. Причем далеко нашел. Как сохранюсь? Сможет, не сможет снять. Снял, проверяй. Пластины вольфрамовой стали, набор толстых тяжелых пластин для жилетов. Нужна 39 механика. Тяжеленные. Здрасте, пожалуйста. Об этом мы не договаривались, а у меня ножик в руках. Пусть пока оставлю. Вот ножик убрали, стало 34. Так и было 34. Взлом на 7 увеличивается. Ага, если вы бы...
прибор второго уровня для взлома это плюс 12 очков. То есть 45 плюс 12, 57. Все равно бы не хватило, но все равно 55 мы уже покрываем. При наличии. Или 50 покрываем. Запомним. Надо ждать, он не может, пока битва не закончится. Ага, ты посмотрел. Ладно. А, она с этой стороны. Фу, я тут открывать пытаюсь. Я бы, честно говоря, на месте Элвуда и здесь все заминировал. Робот один, по-моему, его надо выносить. Даже электромагнитную не буду тратить. Попробуем так, если что, обычно. Перекинул. Чудо ты в перьях. Коротнуть его можно, интересно. Ну, минус 14 все равно есть. О, он заехать не может. Не понял. А как бот-то вылечился, вы чё? Их двое. Ой.
А вот эти я уже никогда не подберу. Еще один. Потому что на дверь реагирует. Нет, можно. Можно бронебойным зарядить, но их мало у меня. Двоих победили, я думаю, третьего тоже как-нибудь. Дожмем. Хакинг 60. Посмотрим сейчас, может быть, за эту дверь, которая с большим требованием, сможем по вентиляции дойти. Еще одна мина. Шашлык. Странное коммуникационное устройство. Похоже на какое-то устройство связи. Как им пользоваться, вы не знаете, поскольку оно имеет только одну кнопку. Мы же такое находили уже. Его можно 4 раза находить. Ну чё, попробуем снять мину? Ну не растет, трапс. Ножик взял в руки, оно не растет. Здоровья, по идее, должно хватить, если рванет сейчас. Минер, одно слово. Кстати, надо уже вылечить. Пистолет-пулемет. Вот на 96 вылечились бинтом, очень хорошо. Можно было по шахте еще, но чего он этот один? Пять.
Сейчас хорошо было. Так дверь 60 я не смогу открыть. Сначала здесь посмотрю, что есть. Наверняка еще где-то мина лежит. Хотя тут боты ездили, может быть, и не будет ничего. Номерной знак, редкость, уже выучили все. Светошумовая граната, отлично. И всякая мелочь. Ну, лезь обратно в вентиляцию. Хорошо, Элот устроился. Прям подземный комплекс. Есть выход. Компьютер, домик. Ну-ка, открывай. Да. Ловушка раз, ловушка два, ловушка три. По крайней мере, мы их находим. Бинты у нас есть. Пояс охотника. На 10% должны были улучшиться наши характеристики. Как минимум от пояса плюс 7. Может быть, в правую руку надо? Куда пошел? Вот, трап 41. Вы видели этот номер? Он в левой руке не работает ножик, он в правой только работает. Ну дела. Ну изобрази теперь. Фрагмайн, ну нормально, мы по одной мине переживаем. Не хватило, но, по крайней мере, ошибки не было. Разминировать не ошибка. Снять он в любом случае ее не может, но спасибо, что хоть не подорвался. О, блин, тут дверь еще. А как я ее не заметил? Здесь вылез, можно было спокойно войти. В этой 60, а здесь просто войти можно было. Хотя не факт, может быть, она с этой стороны. Открывалась так. Ну, вряд ли. Раз он одну не смог снять, то и эти не сможет. Но это новость, конечно. Вот на этой точно подорвемся, потому что он, когда нажму на ящичек, он перед ним пытается встать. 127 вылечились. Красавцы. Пистолет лазерный. Первое наше энергетическое оружие. И загадочный диск. Вот то, что нам и нужно. Лепеха какая-то зеленая. Загадочный диск
зеленого цвета, примерно размером с обычную тарелку обеденную. Поверхность шершавая, но вы чувствуете очень большое удовольствие, когда держите его в руках. Возможно, он сделан из камня или металла, но он не холодный и, на удивление, очень легкий. А у нас, кстати, одежда портится от этих экспериментов, по-моему, да. Лукпикинг 40. По идее, должны. У нас 45. Деньги. А, так это тоже сдетонировало. Ну, получается, все. Эта мина пускай остается. Останки все собрали с роботов. С ножом, конечно, прям очень получилось нехорошо. 60. Ну ладно, что поделать. Мусора много, мы сделаем сейчас сразу. И тряпки, по-моему, да, у нас были где-то. Это электроника. Сколько на нее надо? Двадцать пять. А тряпки только на один. Ладно, еще один бой выдержит. Плащик. Может, диск не отдавать, если он такой прям четкий. А с ним ничего нельзя сделать. А, это вот этот мясник тут работает. Придется отдавать. Тут у нас что-то столько прикольных вещей. Личинка
могильщика, кибернетически модифицированная, диск. Нашел диск, держи. Я знаю, что у тебя получится, хорошая работа. Я скажу охранникам, что тебе можно пройти на старый склад А. Просто иди через заднюю дверь в штабе и поверни направо. Мне бы пригодился человек вроде тебя еще для одного дела, если тебе интересно. Зайди ко мне позже. 2000 XP. Зайди в штаб и иди направо. Вот это, наверное. Но мы заглянем. Мы здесь-то очень плохо себя чувствуем. Нас все бьют. А склад А, судя по описанию, вообще место намного хуже. А энергетическое это другое, чем у него свои? Да нет, просто ГАНС. Пистолетов, пистолетов, пулеметов. Применимо как к огнестрельному, так и энергетическому. То есть мы можем из него уже стрелять. А чем он заряжается? А, энергия 0,44, наверное, на батарейках. Повреждение 12,17. А, нет, опять... Питает плазменное ядро. Мы, по-моему, таких еще не встречали. И не видно никаких особенных моментов. Может быть, я надеялся, что он там парализует электричеством или еще что-нибудь. Здесь у нас все. А, стоп, не все. Мы же качнули сейчас убедительность. Пойдемте сгоняем к этому несчастному Лифу. Может, мы его теперь сможем убедить? Если мы такое животное, как Элвуд, смогли убедить достучаться, тот Лиф вроде бы пограмотней. А то на склада зайдем, там, скорее всего, мы сразу и выйдем оттуда. Слишком все круто, судя по описанию. Пойду невидимым, чтобы эти брызгуны не вылезли. Я, кстати, не помню. А это что, как я тут видел? Вот сюда, наверное, надо. Но, по-моему, наверх никуда не надо. По-моему, прям вот прямой. Редхаунд. И Альфред Хаунд. Жук. Ага, понял, почему я тут до конца все не видел. Там ползали эти психожуки. Некогда тут раскладывать пасьянсы из капканов. Мы человека спасать идем. А, вот эти отморозки тут трое, помню. Может быть, на обратном пути к ним заглянем. Мы теперь стреляем лучше и психокинезис у них проверим. Да, вот тут стоит. Убедительность сейчас 31 у нас. Если не получится... Ой-ой-ой-ой, не надо никаких...
Лив. Этот мужчина тяжело ранен. Несколько крупных костяных шипов пронзили его кожаный доспех и застряли в теле. Окровавленные куски ткани лежат вокруг него, как и несколько извлеченных шипов. Одни сломанные, другие целые. Я задавался вопросом, крыса какого рода придет полакомиться с моими останками. Подняв свой пистолет, пулемет он направляет его на вас. Ты пришел слишком рано, приятель. Убеждение, я не собираюсь вас грабить и не желаю вам зла. А что тебе еще делать в этой дыре? Не так много осталось, только грабить мертвецов. Мертвых людей, мертвые здания, мертвые цивилизации. Он опускает оружие. Слишком поздно. Мертвым все равно. Я вскоре присоединюсь к нему, возможно, это и к лучшему. У нас не... Значит, сработало. Стимулятор поможет тебе встать на ноги? Я уже пробовал, не помогло. Вколол себе все, что было, но кровь продолжает течь отовсюду. Я ранен слишком сильно. Мне нужен доктор, и быстро. Мне пора. Счастливо оттоваться. Что случилось? Он кивает в сторону люка. Неудачная поисковая экспедиция случилась. Мы с моей девчонкой нашли ключ и решили, что раз уж это место было заперто все это время, здесь еще можно найти что-то ценное. Мы не ошиблись, но мы нашли больше, чем хотели. Проклятые жопные могильщики. Нам бы повернуть назад при виде первых же исклийских яиц, но мы были слишком жадными. И жадность убьет тебя в подземке рано или поздно. Она тебя погубит. Что с твоей девушкой? Мы разделились, когда побежали. Я вернулся за ней, но слишком... Я бы вернулся за ней, но я слишком слаб, чтобы даже спуститься по проклятой лестнице. А могильщики? Опасные жуки. В смысле, не жуки... Он отмахивается, в общем, там полно их детенышей, которые кусают за лодыжки. Но чего действительно стоит опасаться, это взрослых. Они будут стрелять шипами. Если это не убьет тебя, колючки еще и отравлены. Я поищу твою подружку. Я очень это ценю, хотя мне нечем тебе заплатить. Возьми это противоядие. Надеюсь, они помогут тебе сохранить жизнь Дженни и свою собственную. Закончить диалог. 2000 XP это не в этот раз. Или в этот раз. Нет, не в этот. А как он течет? Как его вылечить? Он сейчас умрет. Перевязать. 2 минуты еще будет течь. Ну-ка, подождем. Как я вовремя чат прочитал, я читаю. Течет на одну, течет на одну, течет на одну. 2 минуты, надеюсь. 2 минуты мы его на бинтах продержим. Он вот здоровеет и тут же обратно вытекает. Мы его, кажись, спасем. А сейчас бы нырнул в люк и все, он бы ноги протянул тут. Людям помогает. Тот тратит время зря. Хорошими делами. Прославиться нельзя. Все, кровь перестала течь. Мы его вовремя замотали. Все, нету значка кровотечения. Повезло найти Дженни. Ага, заговорил. Ура. Противоядие. Это яд могильщика. Противоядие и у нас было. А где?
как оно выглядит. Адреналин, морфин. Вот оно, противоядие. Четыре штуки у нас. Это те же самые гранаты? Нет, это фугасная граната второго типа, ага. Точно не отъезжает? Ну все, все, 130. Ура! Солдат, солдат! Ура! Ну что, глянем, что там? Кто там? Сколько там? Жуки-то там, я помню, весь вопрос, сколько их? Ну ладно, давайте гулять так гулять. Одного спасли. Пробуем спасти девчулю. В принципе, все, мы готовы. А было в невидимости спускаться. Здрасте. Он меня не видел, я... Я пока набирал, надо было бой нажать. Я забыл, что бой не начинается. Так, мы вот это качали, телекинетик. Ну-ка. Минус 25. Вот и все. Как у вентиляции-то попали? Мы тоже истекаем. А порвал? Чучок. Да, на 3, на 1%. Силы действительно восстанавливаются так хорошо. 61. А бинтов-то осталось всего 4. Я на девятку смотрю, да у меня 9 бинтов, а бинтов-то осталось всего 4. Шкафчик. Тихо. Мы до шкафчиков очень охочи. Но, блин, подземелье всегда надолго, но я постараюсь. Старый носитель данных. Редкость. 75 опыта, можно 5 раз увеличить. Это очень старый носитель данных. Остается только догадываться, что на нем записано. Но средств чтения таких носителей у вас нет. А мы из любви к искусству их соберем. Оба-на. Где? Пожадничал, да? Да нет, я не... Ёлки-палки.
хотел надо цифрами пользоваться. Я нажимаю мышкой, чтобы вам было видно, что я делаю. Потому что если нажимать цифрами, просто не будет. Понятно. Сотка. Момент. А где плюс 25%? На 105. Приятно. Один ему влепить хотя бы. Пускай пробежит, у него хоть на один укус будет меньше. Бинты надо научиться делать как-то. Тряпок у меня много. Ага, тут просто тупик. Просто поймали в узком проходе на ровном месте. Загрызли. Коридор это. Это, кстати, эти самые могильщики, которые там, на базе, нас не хотели пускать, помните? Так что, если мы с ними здесь научимся справляться, мы и туда спокойно сходим. Ага, вон мелочь побежала пузатая. Но это все не то. Джинни тут нет, надо в другую сторону идти. Бегом давай сюда. Какие-то камни, полки. Блин, давайте полки хотя бы осмотрим. Их взламывать не надо, что-то можем найти хорошее. А, странное устройство. Еще одно. Фугасная мина! Установить фугасную мину в указанном месте. 20-30 повреждения огнем и 30-45 урон механический. И вот здесь еще один вход в другую сеть. Вентиляционную. Пока не будем нарываться, я хочу найти девчонку, уже от этого будем танцевать.
все еще коридор. Ого, взрывоопасный. Это, по-моему, коридор, по которому мы уже видели. И причем бочка это не взорвала. Давайте здесь еще глянем. Не взорвала вот этого здорового. На дверке. Она, наверное, за дверями сидит. Мелочь. Придется спускаться воевать. Я бы, кстати, мину поставил, просто посмотреть. Всего здоровья. Один, ну, жги. 56. У него всего 230. Еще один бежит. И тут же отравил. И еще один бежит. Нифига малявка выдает. И что теперь делать? 14 урона каждый ход получаю. И этот не работает. То есть я бросать могу. А двинуться тоже не могу, что ли? Что-то происходит. Почему я обратно не могу отойти? Загадка. Да. Я прям вижу, как растет моя пси-мощь. Им просто пофигу. Ну и все. Двадцать восемь за каждый ход. Фига себе. Значит, драться нельзя.
Их много, столько я не смогу пройти никак. Я хочу подальше посмотреть. Да, он здесь два здоровых. Надо целый коридор устилать просто капканами. И в этой комнате прятаться. Причем в этой комнате нет двери. Интересно, вот с этого угла они прибегут, если вот здесь бучу начать, или можно будет их по отдельности как-то уничтожать. Яд складывается, и 28 заход это очень много. Здесь один есть. Взрослый. Ёлки-палки, не успел. Там другая система вентиляции. О, бежит, бежит. Папаня. Мелкота. Как их лучше? Очередью, может быть. 47. А в этого-то чё не попал? Сейчас этот выбежит и плевать начнет. У них 30 всего. Чё ж он не сдох-то, ну ёлки-палки. Ещё один прибежал. Поэтому не знаю, хватит, не хватит. Ты, говорит, маленьких не бойся. Пятьдесят восемь всего. Не могу пользоваться. Надо было спрятаться. Нет, прибежала еще одна гаденыш. Я еще не могу лечиться. И прятаться не могу. Две прибежало. Все, отравил. Это большой прибежал.
Ну и все. Беги отсюда, испугайся. Он горит, на ему пофигу. А как тут выживать-то? Вентиляцию он обратно не залазит, эти не кончаются. Единственный вариант — это успеть. Открыть ту вентиляцию и забраться в нее. Валите отсюда. Вот это бы ушло сейчас. Нет, тут очень надолго. Еще и еще. А, сразу. Нет, это только тотальное минирование и топка настроения. Вон я уже вот только вылез, уже наполовину у меня здоровья нет. И обратно он вылезти не может. Залезть, вернее. Ладно, это очень надолго. Давайте на этом остановимся. Это плохое место начинать битву. Вот. Тут, скорее всего, тоже. Давайте попробуем. Просто откроем, посмотреть. На перекрестке, где пещеры, там вот забитые животными этими, и длинный коридор. Они достаточно узкие, проход в пещеры вообще узкий. То есть его заставить капканами. У меня 15 штук капканов. Мелочь, конечно. Наверное, эти капканы все быстренько. Обезвредит. Невозможно. А, хакинг 15 нужен. Где у нас 2 уровня? Ну это только спрятаться. Шкафчик мы уже видели, и вентиляционные тут мы уже побывали.
спускаемся мы вот здесь. В общем, воевать будем вот тут. Вот здесь все будем капканы. Здесь тоже капканы. Мину бы поставить, конечно. Но если получится, вот где-нибудь вот здесь мину, чтобы она рванула по площади. Или нет, мину надо наоборот как можно ближе вот к этим. Их тут много. Они побегут, их больше накроет. А остальное вот это капканами. И вот здесь будем отсюда выглядывать и дразниться. Хотя если вот здесь есть проход, может быть, мы в следующий раз еще и лучше с этого прохода их будем цедить. Давайте глянем, чтобы было над чем подумать. Пока будем отдыхать. По-моему, да, тут стены нет. Вот они все. Здесь даже будет удобнее, если вот эти побегут, они пока здесь пробегут. Но я не знаю, чем их уничтожать. У меня гранат мало. Тем более гранат мало, это ладно, они же раз в три хода только бросаются. Сетка тоже. Гранатомета у меня никакого нет, там вот пролом какой-то интересный. Есть пролом? Не факт. На лестнице. В общем, тяжелая задача. Я прям думаю, не рановато ли мы здесь. Просто их очень много. Прям очень. Вот здесь раз, два, три больших. Я маленьких даже вообще не считаю. Вот здесь двое больших. Минимум. И вот здесь был один минимум. Это очень много повреждений. Нужно нанести. А прятаться я никуда не могу. Единственная комната с дверью, кстати, это вот это. Может быть, она нас и спасет. То есть будем здесь воевать, отступать, закрывать дверь, ждать окончания боя, прятаться. В общем, пока так. Попробуем. Это единственный вариант. В открытую мы их не потянем. Они плюются, травятся, их много. А где-то здесь еще и девчуля сидит. Но тем не менее, сегодня мы очень много сделали. И опыт прям неожиданно как-то отгрузили. И Клифа спасли. Все, в следующий раз будем разбираться. Или уйдем отсюда пока что. Ничего зазорного нет, если мы не сможем осилить. Просто отойти. Пойдем на склад А, там посмотрим, что к чему. И уже прокачано, если что, вернемся. Дочистим, потому что, ну, прям их очень много. А пока все. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего, удачи и пока. Мы все равно молодцы. Клифа дважды спасли. Один раз уговорили нас не стрелять, а потом, когда заметили, что он кровью истекает. И он, кстати, сказал, мне нужен доктор. Может быть, потому что мы доктор, мы смогли его спасти. Он же говорит, я типа с ним пак пробовал, не помогло. Так или иначе, парень жив да здоров.